motherfucker. Знатных получим прям. Ладно, я готов, погнали. В меня ж не попадешь, да? В меня ж стрелять не будешь. Смотри, первое. Дикий оник высокого левела. Скорпион. Дифлозавр. Огромные пауки. Раз, два. Еще один дифлозавр. Еще пауки. Пауки 12-го, 20-го. Еще дифлозавр. Слушай, что-то до хера их там. И там дифлозавр еще. Паук. Беги. Да опять попало в меня. Почему? Ты мне в голову выстрелил. Я теперь бегаю, у меня жердочка такая на бровях. Так, я пойду проверю за угол. Еще вон летит на меня. Я не попал. Серьезно? Ты опять меня убила? Да какой посильнее стали мы. Меня сначала выебал. Все здесь братское пещерное сообщество. Под конец ты мне еще в голову дала. Прям вот сильнее мы стали. Меня как мясо используешь постоянно. Короче, легкую пещерку не назовешь. Но мы нашли в пещере, точнее увидели, что на дне пещеры есть артефакт. Попробуем сейчас его достать, пробравшись через левое крыло. Ты обосралась. Смотри, то ли... Там спуск вниз, то ли здесь. Я промазал, калибруюсь, попал. Это были 40-е и 12-е, а теперь 72-е. Отлично, красавчик. Красавчик. Так, подожди, на мне какой-то яд, пока не понимаю какой. Возможно, бешенство. Пойдем отсюда. Да, мне нужно на свет. В смысле, я могу сейчас сдохнуть здесь. А как я тебя заразил? А, ты ко мне подошла ближе и... на кости ломай. Я сейчас сдохну. Офигеть. Это у нее болячка. Ты видела? Вот это прикол. Я, короче, нахожусь под водой как будто. Прикольно, еще один баг. Мне интересен тот факт, что вот, смотри, короче, блин, прикольно. А нет, вот так вот. Как будто я под водой нахожусь, прикинь. Вау. В общем, вот тут вот, по-моему, самое короткое расстояние было. Хочешь, я перепрыгну? Стоп, все, отдохни, стой, передохни. Просто тебе так, сука, везет, что тебе нужна передышка после таких опасных. Так, ну я попытаюсь. Да, они, короче, заглючили, забагованные. Стрела как бы в них попадает. Офигеть. Вау. Я беру артефакт. Зачастую только размер может означать разницу между выживанием и забвением. Ни один живой организм не в состоянии унести больше одного экземпляра за раз. Так, я взял артефакт, и по жанру я всей философии жду, когда что-то произойдет, типа начнет рушиться могила, на меня начнут нападать какие-то неистовые существа. Или еще что-то в этом духе. Но нихера не происходит. Короче, мы взяли артефакт, валим теперь отсюда. Да в жопу скорпиона, у нас есть артефакт вообще. Ты мы сюда за скорпионом шли или за артефактом? Он все равно не умеет прыгать, он сдохнет в этой вот херне. Tomb Raider, не шевелись. Сука, тебе везет. А, я понял где-то. Да, тянись. Левой кнопкой, да? Подтягиваться. О, отлично. Слушай, может давай я реально попробую перепрыгнуть за тебя? Я боюсь, что ты сейчас прям вообще наггетсы ела когда-нибудь. А, на С нажми, на С. На С нажми. Стоп. Теперь повернись в мою сторону и выстрельни в потолок. Это будет безопасно. Сечешь, да, фишку? Так, отлично. Ну вот. Ты, блядь.
Так не перед собой же надо стрелять.